Наталя Тарнавська – косметолог. Знає 1001 рецепт засобів для боротьби із опіками шкіри обличчя. Що ж, Наталочка, доброго ранку. Сказала нашим глядачам, що знаєш 1001 рецепт, як боротися із опіками на обличчі. Є такі ситуації, коли відпочиваєш собі на морі, все добре, начебто і знаєш правила засмаги, але виникають такі моменти, з якими Савіцька зіткнулася вже цієї відпустки, коли отримуєш опік обличчя, отримуєш почервоніння, отримуєш лущення, отримуєш пігментацію. І що робити? Доброе утро. Ну, ти получила, скорее всего, ожог первой степени, который сопровождается вот этими симптомами, о которых ты только что упомянула. Что делать? Во-первых, в первую очередь нужно охладить эту зону. Можно наложить компресс из холодный компресс. Желательно, чтобы это была марля, чтобы кожа дышала, чтобы убрать покраснение. И охладить ее, но только нельзя прикладывать лед, потому что некоторые прикладывают его, думаю, оно снимает, временно снимает боль, но потом может быть отслоение верхнего слоя эпидермиса через то, что резкий перепад температуры. Поэтому можно сделать только гирше. Да, поэтому не радикально, но охлаждаем. Потом желательно наносить какие-то кремы или мази, которые уберут покраснение. То есть это может быть пантенол, спрей или мазь, они в разных видах есть, актовегин. Если нету таких средств под руками, всякое может быть, можно нанести мякоть и сок огурца, алоэ, или же сделать, потереть картофель сырой на терку и положить вот сок и мякоть, оно тоже хорошо уберет покраснение. Если ожог сопровождается волдырями, повышением температуры, то желательно выпить антигистаминные средства противоаллергические и принять что-то обезболивающее. И если... А жарознижающие препараты варто принимать, чи це пройде? Можно принять, потому что ожоги уже более сильной степени, они сопровождаются вот этим... Зачем терпеть? В жизни и так много боли, зачем еще я это буду терпеть? Поэтому я думаю, что да, можно обязательно, это можно и нужно применять. Наталочка, а взагалі що ж таке сонячний опік? Тому що перед тим, як у нас розпочались відпустки, перед літом, ми з тобою ще навесні говорили про СПФчики, про те, як доглядати за шкірою обличчя. Але дійсно, як виникає опік, у чому його причини? Причина в тому, що ми не захищаємо достатньо своє лицо від сонця і сонячних лучей. Знаем, что солнце активное, хорошее до 11 часов, и с 11 до 4 мы на солнце стараемся не пребывать, потому что оно очень вредное для нашего здоровья. Оно может не только привести к преждевременному старению кожи, но и повредить его, и сделать ожог, который потом будет сопровождаться повышенной пигментацией, то есть это шелушение. На месте ожога может быть пятно остаться, которое тоже тяжело вывести. Эти пятна потом выводятся пилингами, лазерными шлифовками. Поэтому этого лучше, естественно, избежать, нанося постоянно SPF. То есть солнце чрезмерно действует на нашу кожу, приводя к этому ожоге. Верхний слой эпидермиса отслаивается. И чем глубже ожог, тем больше слоя верхнего слоя кожи у нас будет повреждаться. И тем сильнее процедуры нужно будет делать для этого восстановления. А ось якщо вже так і сталося, отримали ми опік, які процедури ти пропонуєш як косметолог людям, на що варто звернути увагу, коли вже виникли такі як пігментація, як лущення шкіри? Що робити для того, щоб повернути естетичну красу обличчя? Во-первых, это должны быть увлажняющие маски. Если ожог уже есть, нужно пить очень много воды, дабы восстановить водно-солевой баланс. Это осенью уже можно начать делать пилинги, которые уберут пигментацию кожи. Я же говорю, если это более глубокое повреждение, это уже будут идти лазерные шлифовки.
Ну, поэтому вот, ну, в основном пилинг, он есть был и будет самым основным средством для удаления пигментации. Ну и крема, которые тоже освітляють вот этот слой. Зимой это будет меньше. Коли отримала опік, знайомі пожартували, що навіщо тобі тепер робити пілінг, якщо в тебе і так шкіра буде злазити. Що дійсно сонячний опік можна прирівняти до пілінгу? К сожалению, не очень много можно, потому что... А я сподівалась! И нельзя, потому что, когда повреждается верхний слой, он немножко отшелушивается и повреждается еще более глубокий слой кожи. Поэтому это неконтролируемый ожог. Что такое пилинг? Я всегда говорю, пилинг – это контролируемый ожог кожи. На солнце мы не контролируем, на какие слои он попал. Один, то есть в одном месте это может более глубокий быть ожог, на другом более поверхностный. Поэтому, естественно, и кожа не отшелушится равномерно. Там будет больше, там меньше, поэтому цвет кожи не будет равномерным. Поэтому если мы делаем ожог, то мы его контролируем. Солнце мы контролировать пока не можем. Поэтому это не такой пилинг. И еще хотела заметить, чтобы девочки ни в коем случае не помогали коже отшелушиваться. Потому что если шелушится кожа, надо, ну как они думают, надо скрабик потереть быстренько, чтобы оно все отшелушилось. Или гамаш. Этого тоже ни в коем случае нельзя делать, потому что мы повредим и так поврежденную кожу. Она будет более долго заживать, будет больше шрамов, будет больше пигментации. Потому что мы отшелушим слой кожи, который вот на коже защищает вот еще молодую кожу. И солнце сразу ее повредит еще больше. Поэтому будет больше пигментации. Але щодо пігментації, деякі дівчата, коли бачать, що з'явились веснянки на обличчі, але ще незадовго після опіку, пройшло небагато за терміном, починають використовувати відбілюючі засоби, всілякі маски, креми. Чи можна їх використовувати так швидко, чи, можливо, варто почекати, і це буде дуже агресивно? Да, я тоже советую девочкам не делать это так быстро, тем более, что осветляющие крема и средства, они утончают поверхностный слой кожи для того, чтобы снять. Ну, то есть, чем тоньше станет поверхностный слой кожи, тем быстрее он отшелушится. Но летом этого делать нельзя, потому что активное солнце, ну, чем тоньше будет слой защитный, тем быстрее солнце сможет достать до нашого самого родного, самого красивого. Тобто варто просто почекати десь до жовтня місяця, перетерпіти цей недолік і потім вже робити собі красу. Будет больше просто пигментации, будет больше вреда нанесенного девушке, и она заберет одну пигментацию, но в результате получит вторую, третью, то есть еще больше. Далі, а ось чи завжди у домашніх умовах можна впоратись із сонячним опіком? Чи, можливо, є такі варіанти, коли варто звернутися до лікаря? Так, якщо це ожог от першої степені, так, звісно, можна. Навіть якщо незначительні волдири маленькі, є, в принципі, теж можна, якщо дуже акуратно це робити. Якщо не наносити спиртові средства ні в коїм випадку, якщо вот, ну, не тереть, а просто робити компреси із марлевого, как я говорила, охлаждать, пантенол наносить и средства, которые имеют в себе витамины А, Е и С, то да, в принципе, можно. Но если уже значительное количество волдырей, если они большие, то лучше обратиться к врачу, потому что могут быть рубцы потом очень большие. И можно занести инфекцию, которая потом может вызвать воспаление, а потом уже образование келоидных рубцов. То есть келоидные рубцы – это такие шрамы на лице, которые тоже очень сложно выводить. Поэтому если у девушек есть волдыри, и они большие, и их много, обратитесь к врачу. Это наше лицо, это наша местность, поэтому я думаю, что можно и нужно потратить это время. Дякую, Наталочка, за такі цінні поради. Я думаю, що такі проблеми, як сонячний опік, зараз є у більшості відпочиваючих. І не варто сильно вже засмучуватись. Ми тепер знаємо, як з ними боротися. Ми знаємо, що із наслідками боротися можна вже розпочинати десь з жовтня місяця, коли сонце не таке активне. Тож дослухайтесь до порад нашого косметолога, експерта Наталі Тарнавської.